Всем привет, ребят, с вами Егор, играем в GT-симулятор. Так сказать, празднование каникул, субботний час вечер. Ну, вы будете смотреть это воскресенье вечер. Для, в основном, это, так сказать, празднование окончания каникул, так что буду говорить так. У меня каникулы только начинаются. Так вот, со мной будет играть Захар. Он не будет играть, он будет сидеть играть в Майнкрафт рядом со мной. Сейчас он ест. А так будем пока же запускаться там. Давайте паузу уберем. Игру. Могу не запускать. Внимание! Впереди красный. Вот так вот. Ну вот у нас предупреждение. Мы срезнем все. Так, сейчас ласточка поедет. Желаю вам хорошего звука. Ласточка умчала. Так, приятного просмотра, во-первых. Запустили, сейчас будем всякие тормоза пробовать. Ну, как обычно. Сейчас покажу состав. А, что я передний не поднял, я передний. Вот ведро 700-е. Они уже ездили. Нагоняли график. Перегоняли даже. С моим сыном. Вагонники. Ну, обычный пидовский состав. Ничего такого. Звуки потише сделал, чтобы было меня слышно. Thank you.
Меня зовут ЖД Симулятор, по музыке. Ну, ведро громкое будет. Чтобы меня и Захара было лучше слышно. Захар, наверное, еще дать мне 10. Часа 4. Здорово, мужики. Здоров. Сейчас, значит, тормоза пробовать будем. Давай, мы готовы. Сереж, открывай кран. Понятно. Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на пассажирский поезд номер 392. Ростов. Москва. Поезд стоит на платформе номер 2. На третьем пути. Продолжается посадка на пассажирский поезд номер 392. Ростов. Москва. Поезд стоит на платформе номер 2. На третьем пути. Благодарим за внимание. Закрываю экран, плотность замеряем. Закрываю. Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на пассажирский поезд номер 392. Ростов. Москва. Поезд стоит на платформе номер 2. На третьем пути. Продолжается посадка на пассажирский поезд 392. Ростов. Захар, идет? Благодарим за внимание. Пришел Захар. Захар, садись. Приветствую все. Со всеми микрофон. Привет, ребят. Празднуем последний день, последние дни, выходные, каникул у Захара и у остальных. У меня тут каникулы начинаются, я это уже сказал. У меня только заканчивается каникул. Завтра последний день дома, а потом шоу. Ага. Так, сколько надо еще?
Ага, сейчас будем открывать экран. Егор, а когда мы отправляемся вообще? По графику мы отправляемся... Открывай экран по норме плотности 0,2. Через 17 минут. Сереж, тормозим ИПТ. Я выхожу, отпуск по отмашке. Я слева. Тормозим. Так, тормозим ИПТ. Егор, я через 15 минут покажу жвачку. Только не на микрофон. Микрофон не буду чавкать. Уважаемые пассажиры, продолжайте посадку на пассажирский поезд номер 306. Москва, Суху. Поезд находится на платформе номер 3. На пятом пути продолжается посадка на пассажирский поезд номер 306. Москва, Суху. Поезд находится на платформе номер 3. На пятом пути. Благодарим за внимание. Скоро чай заварится, но я пойду за чаем. Заварится чай, но я много чая. Я пойду, наверное, только по-тайски. У нас будет 10 стволов. Что это за хорошее? Хорошее чай. Индийского. А куда же индийский чай, только в Индии? Можно идти. Благодарим за внимание. Кстати, у нас сегодня гонки были. Зачем щелкать? Да, были гонки. Я не Захару, Марку и Роме там. Не буду говорить, кто такой Марк и Рома. Это проводил гонки на велосипедах. Мы там катались это. Захар первый, Рома второй и Марк третий. И по-настоящему сегодня был чемпионат Курска по велокроссу. Я приехал 4-6. У меня там колесо в грязь забилось, там очень-то не крутилось, пипец. Что там? Мы еще не участвовали, потому что это было в лесу. Шуклинка, спортивный парк. Захар не мог участвовать просто потому, что нельзя. Категория не была под его возраст. На обычных гонках он может спокойно участвовать. Ему нужен только шлем, велосипедный, и все. Работала ПТ, отпускаю. Отпускаю. Захар уйдет за чаем сейчас. Чуть-чуть громче все-таки сделал звук, не сильно слышно. По всем возникающим вопросам вы можете обращаться к дежурному помощнику начальника вокзала. Уважаемые пассажиры, в целях противодействия терроризму на железнодорожном транспорте работает телефон горячей линии МВД России. В случае возникновения нестандартной ситуации просим вас звонить по телефону
8 800 2000 ровно 559. Звонок бесплатный. Уважаемые пассажиры, не разжигайте костры в парках, лесополосах, полосе отвода железной дороги. Помните, неосторожное обращение с огнем может привести к последствиям. Уважаемые пассажиры, убедительно просим вас соблюдать правила безопасности на железной дороге. Переходите пути только в установленных местах. Пользуйтесь пешеходными переходами. Уважаемые пассажиры, убедительно просим вас соблюдать правила безопасности на железной дороге. Лица, нарушающие требования безопасности, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. Будьте внимательны, находясь на объектах железнодорожного транспорта. Берегите свою жизнь и предупреждайте об опасности окружающих, особенно детей. Уважаемые пассажиры, убедительно просим вас соблюдать правила безопасности на железной дороге. Снимайте капюшон, так как он ограничивает видимость. И помните, что в шуме музыки, в наушниках или разговор по телефону... Алло, сетевику, здоровья, чашечку. ...приближающегося поезда. Будьте внимательны... Сейчас Захар понесу чай. А Захар уже пришел сейчас. ...и предупреждайте об опасности окружающих, особенно детей. Захар взял с собой телефон. А вот и радикатор. Ярина! Уважаемые пассажиры, не переходите пути в неустановленных местах и не перебегайте их перед движущимся поездом. Помните, что поезд сразу остановить нельзя. Даю. Чай, мало сахара насыпал. Так скоро тут отпускать? Да, в принципе, не скоро. Уважаемые пассажиры,
Продолжается посадка на пассажирский поезд номер 306, Москва, Сухум. Поезд находится у платформы номер 3. На пятом пути продолжается посадка на пассажирский поезд номер 306, Москва, Сухум. Поезд находится у платформы номер 3. На пятом пути благодарим за внимание. Что взял сахар? Уважаемые пассажиры, не оставляйте свои вещи на вокзалах, станциях и в поездах. Будьте бдительны при обнаружении бесхозных вещей и предметов. Не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте их. При обнаружении бесхозных вещей следует незамедлительно сообщить сотрудникам полиции. Отпускай с работы. Отпускаю. Теперь я буду скоро есть макароны, спагетти, по-флотски. Справку несет. Ща возьму. Парни, справочку-то возьмите. У нас справку держи. Захара нет, я поставил микрофон ближе к себе, чтобы мне было удобнее.
392 на 3, машинист Коновалов, слушаю. Маршрут отправления с третьего пути на Заречном готов полностью. Выходной 4, открыт графиком, отправляемся, дежурный фрейнер. Понятно, с третьего открыт, маршрут готов. Отправляемся графиком 18.07. Верно, выполняйте. Впереди зеленый. Выполняю, Коновалов. Объявляю минуту готовности. Прибор безопасности, радиостанция. Клубу включен, ЭПК есть, радиостанция на поездном. САУД включен, ТСКБМ включен. Ручной тормоз. Отпущен. Поездные документы и бланки предупреждений. Получены. Автормоза опробованы? Опробованы. Правка обеспечения поезда тормозами исправных действий. Получено. Номер СТО. Сверен, совпадает с натурным. Ручка крана машиниста. Во втором. Болень тормозная питательная. ТМ-5-1, ПМ-9. Осматриваем поезд. Слева по составу без замечаний, но остановки нет. Справа без замечаний, сигнал остановки с пути поезда не подаются. Проверяем целостность тормозной магистрали путем постановки расчекрана в первое положение. Проверил целостность. Локомотивный зеленый, выходной Ч3 зеленый. Маршрут с третьего приготовлен правильно в пределах видимости. Отправляем скорость не более 40. Вижу зеленый локомотивный, Ч3 зеленый, маршрут с третьего правильный, 40. Отправляемся. Впереди 4-часовой путь. Впереди путепровод. Захар, пришел, мы пьем чай и морехи едем. Он играет в диктатора Снуплейс. Пусть едет домой. Вот орет какой-то.
блин, Захар, ты принес орехи? Они вкуснее с медом. Впереди зелё, впереди станция. Захар, не ешь? Я попросил моих родителей, чтобы они чуть-чуть меда положили, чтобы не макали. Избег попросил. Может, да. Мост железнодорожный впереди. Мост. Орехи есть. Вид они кислые. Что? Говорю, в микрофон не слышу. А где мы сейчас едем? А, у нас поезд. Хорошо, в Баку. Мы сейчас едем. 80 на Заречный. Вот. 80. Вот, станция Заречная. Тормозов на 1348, 50 с 55, 1349 нейтральная вставка. Понятно, нейтральная вставка. Пробы на 1348 километре, пике 10, 55, пневматика. Впереди мост. Логично. Я тоже так делал. Так, у нас все нейтрально. Ну-ка, смотри, красота какая трава вокруг. Впереди нейтральная вставка. Понятно. Тормозов. А, у меня такая же есть вроде бы. А, нет. Да, у меня такая есть. Все. А, блин, я не могу. А мой телефон где? Так, тормозим, тормозим. Пробуем АПТ. Тут даже Марк пришел. Внимание! Впереди желтый. Так, пробуем на такой типа. Хорошо, тут про икса смотрит. Марк, поздоровайся. Поздоровайся. Со всеми. Всем привет. Марк, впервые у меня на канале.
ЭПТ сработали, все есть, все нормальный. Одно, два желтых верхних мигающих, не больше 40 следами. Два желтых верхних мигающих, скорость 40. Локомотивный белый. Река Заречная. Внимание. Белый. Вот он, река Заречная. Смотрите, какая здоровая. Ребят! Такая вот большая. Ну это быстрая зарядка. Впереди платформа. Вот так вот. Впереди путепровод. Зеленый. Зеленый локомотивный. Впереди мост. Вижу мост. Локомотивный зеленый. Захар зашел в Майнкрафт. Также нам дали 60, как и мест. Сейчас после Батайска полетаем. Давайте чуть побольше. Так, скин Захара. Блин, мог бы я показать. Короче, сейчас. Черные штаны, зеленая какая-то. Путепровод автомобильный. Батайск, выходной зеленый. Путепровод, Батайск, зеленый. Понятно, ну да. Ага, там она что-то создает, мы едем. Скин херабрина тут. Мост. Погромче говори, не слышу. Тут еще пара волос. А, все, слышу, оглуши. Впереди станция. В Батайск буду под рекуперацией. Заходите. Так, сейчас сбрасываемся. Вижу, прикольно.
Впереди платформа. Платформа? Пошкнули. Глянь там людей. Впереди путепровод. Станцию Батайск с графиковой остановкой следуем. Ясно, с остановкой. Пока шукатимся. Так, ну давайте тормози трапедерации. Опять у Захара на телефон звонит. Подожди, Захар, не надо сейчас поезд вовремя остановить.
Ага. А на старых версиях, как у меня, 0.15.1. Болото могловое какое-то. Я таких не знаю. Понял. Ну-ка, она слышно, сейчас проверю. Понятно, что не слышно. Вроде слышно нас. Нормально, сойдет. Марка и Захар, наверное, еле-еле слышно. Меня громче, конечно, я ближе к микрофону. Блин, было бы два, можно было и... Нет, у меня вроде лежит второй, но там такой плохой звук, что лучше уж будет один. Чем так. Я лягушку нашел. Поздравляю. Белая лягушка. Опять названивают. А, поместился я. На платформе. Графики у этого поезда вот тут вот в Батайске будут легкие, поэтому вот здесь вот этот участок мы будем ехать где-то 70, вот тут вот этот весь, вот где курсор показывает мыши, вот так вот. У нас поезд на 120. А вот до Кая, а вот от Кайсуга до Каялы надо будет побыстрее ехать, потому что там ремонтная работа, чтобы не опаздывать. Потом дальше можно будет на Челине расслабоне. 5-10-212, обходная, принимая на четвертый путь, далеко не затягиваем, комендант делает запись и потом будем решать. У нас тут впереди скрещение. Мы проедем. Понятно. Хорошо, потому что нам надо по третьему пути открыть, и нам почти выйдут.
Захар опять бежит, несется. Захар играет на тебя на телефоне. Ой, Захар, стой, стой. Надо перезапустить. Интернет выключить, потому что реклама. Сейчас. Ой, извиняюсь, да. А нам уже через минуту отправляться. Захар, лучше не играй в это, давай что-нибудь другое. Просто шура не смотрит. 394. Наход зеленый, целостность проверяем. Поехали. 50. Так, ну с минарами. Да, я тут уже играю за кого-то. А, это школьник. Одноклассник играл за ним. Да, за нигера. Захар, давай за мной. Нет, за нигера. Сейчас. Так, а вот сироту умерли. Добавим тебя. Выбирай любую сторону. Блин, на 2 минуты раньше стартовали. Сейчас надо будет потихоньку ехать, вообще 60 лучше. Тысяча 357 80, 1360 70, 1361 100 поедем. Белорусь. 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 Белорусь.
тебе сообщения какие-то пришли. Захар, я что-то знаю, не комментируй, пожалуйста. Как бы поезд едет. Впереди переезд. Впереди переезд, перед свободным рожден. Платформа. Внутри 93, ты 394 не можешь пройти. Я не смогу его для тебя пройти, потому что я... Понятно, почему. Я тут просто снимаю видео. Да. Я снимаю видео и буду просто. А давайте 70, скорость поставим. Внимание! Впереди переезд. Сигнал. Переезд свободен. Встречный впереди. А, он стоит. А, он пропускает, там уже сокращение точно. Справа ветка на горячий. Ой, на Краснодар. Даже смотреть круче, чем на Новороссийск. Ну, важно. Все туда. Да, туда мы должны приехать. Впереди мост. Там все бутылки стеклянные. Впереди платформа.
таки. Давай я пройду. Предплатформа. Вижу платформа. Надо было один раз нажимать. Она больше двух кувырков не делает в полете. Достаточно два раза нажимать. Третий нажимаешь — бесполезно. Койсу на ход зеленый 100, на маршрутном 80. 100, маршрутный 80. Боже, эти Койсу. А, то есть сценарий 104, вторая часть, да, я его прошел и выкладывал на YouTube канал. Лайк, мы не помним, посмотрим. Сам можешь зайти на мой канал. Потихоньку подкатываемся, я слишком переборщил. Марк, где? Марк! Такая очень полезная информация. На 5 минут раньше. Приезжай. На выходе нейтральная вставка, да и на ней 120 поедем. 120 нейтральная вставка. Я сейчас заберу тебе телефон. Thank you.
Проходи сам. Так. Да-да-да, Петрус. О, вот теперь свечка. Впереди мост. Бесился. Вырубай это. Буду. Впереди платформа. Только на другом. Слишком быстро я закрою. Все, труба еще. Идем спокойно, в горку покатимся. Даже можно чуть-чуть опираться. Идем. Нет, не заходи! Не смей трогать меня. Захар, отдай мне. Проба тормозов. Точно здесь все. Ну, мама я просит свои. Впереди платформа. Марк, ты следи, чтобы тут ничего не случилось, я отойду. Впереди мост. Впереди платформа. Высотка. Перед нами никто не идет. Думаю, можно и. То еще 375 километр, пикет 8, не более 110. 1377, пикет 6, 120.
Впереди платформа. Впереди мост. Впереди платформа. Впереди станция. Каяла зеленый, 100 на входе, на выходе еще нейтральная вставка. 100, на выходе нейтральная. Впереди мост. Поставлю запись на паузу, возьму мёд для орехов. Пусть игру на паузу. Внимание! Впереди переезд.
взял и мед, орехи с медом очень вкусно. Перед собой награжден, все стоят. Впереди нейтральная вставка. Сигнальный знак отключить ток на электровозе. 1383 52, не более 40. 84 120 поедем. Вижу, отключить ток. 1383 40, 484 120. Хоть бы сейчас не остановиться, блин, на холме. Но скорость достаточно, чтобы съехать. Впереди мост. Впереди мост. Нет, хватает. Я полосы.
Впереди мост. Сокращение по расследованию, скорость не более 120. Следующая ремонтная работа на холме. Впереди платформа. Так, ты что, матюкаешься? На бег, говорю, так что. Мелкий уходит. Марк, подай скотч. Впереди платформа.
успеем. Если я таким темпом буду ехать, я опоздаю. Впереди платформа. Километр 1395, пике 7, не более 40, и до 1396. Внимание! Впереди переезд. Сигнал. Сигнал.
Сейчас полетим. Ограничение проследования не более 120. Теперь нужно взлетать и нагонять график. Впереди КТСМ.
Нейтральная ставка степная 100, выход 120. Понятно, нейтральная ставка степная 100. Впереди переезд. Сигнал. Переезд впереди, свободно, граждане. Тормозу. Будем спать.
Резкая дистанция пути. Впереди мост. Впереди платформа. Впереди платформа. Впереди платформа. Впереди КТСМ. Thank you.
Хрущевка 70, следуем. Корчковая. Понятно, 70, остановка по графику. Впереди станция. Впереди мост. Впереди мост. Табличку пролетел. Ну, ничего страшного, в принципе. К сожалению, все залезут в голову.
Поэтому мы в транс 4 отправляемся в 3 минуты где-то постояли, думаю. Вроде тут много людей. Раз, 2 минуты отводят на стоянку. Минуту, я думаю, хватило всем выбежать. Блин, на 2 минуты раньше отправился как-то. Так-с, ну теперь надо наменять. Остановка не скоро, Тигарецкая тут. Сейчас 19:13, а потом 19:30. Это суббота сейчас. Она его будет смотреть, может быть, другой. Ну, только вычеркнула его уже. Сейчас идет премьера у вас уже, а у меня вчера еще, я еще только еду. С кушетки отправился с опозданием 2 минуты. Впереди путепровод. Ограничения проследовали 120. 120.
Впереди платформа. Тормозов. Впереди КТСМ. Станция.
Кисляковка 100, на выходе 120, там и нейтралка. Понятно, 100 впереди нейтральная. Впереди путепровод. Отключить ток на электроозе. Вижу, отключить ток. Включить ток, ограничение не более 120 следует. Включаю ток 120.
движение было. Вообще кайф. Вот что папа сам ехал. Крыловская, не более 100. 100. Впереди станция.
Впереди мост. Впереди переезд. Сигнал. Кончение прослуживания 120. Впереди переезд. Впереди платформа.
Сейчас Захар опять сядет ко мне. Он рисует... Попу. Сначала он рисует, да, каркас для попы. Он попу. Захар мне сейчас расскажет мастер-класс, как рисовать попу. Захар, расскажите, что будете делать? Я не буду заметить. Я никогда не глушить нас. Я не буду заметить рисовать, я хочу нарисовать. Молодец. Зачем покарать мышь? Зачем? Зачем? Ну, тише! Проба тормозов. Впереди платформа. Впереди станция. Не более 80. 80. Впереди мост. Thank you.
Ну, так как мы сегодня празднуем последний день каникул, Захар что-то хочет сказать в школу. Ребят, напишите Егору в комментариях, у вас когда-нибудь в школе в столовой разбивали тарелки? Я видел то, что там не сон. Впереди путепровод. Ограничение.
1500 километр, пикет 8, нейтральная вставка. Впереди платформа. Впереди станция. Впереди путепровод. Впереди нейтральная вставка. Леушковская. 100 на входе. 1502 пикет 8, не более 80. Впереди мост. Впереди путепровод. Просвет для ограничения следуем 120. Thank you.
Впереди платформа. Разъезд тихонький, на вход 100, на выход 120 мы поедем. Впереди станция. Еду очень раньше графика. Thank you.
Впереди КТСМ. Впереди платформа. Впереди платформа. Впереди путепровод. Тормозов. Впереди станция. Машинист поезда 392, следующая станция Тихорецкая, ответьте. 392, Коновалов. Тихорецкая принимает вас на второй путь с графиковой остановкой. Входной, маршрутные, выходной сигналы открыты. ДСП Кроченко. Понятно, на второй. Входной, маршрутные, выходной открыты с графиковой. Верно, выполняйте. Дежурный по станции Тихорецкая, Кроченко. Выполняем, Коновалов, машинист. Тихорецкая на входе 100. 100 Тихорецкая. На маршрутом-то 60 слегка. 60. Впереди платформа. Блин, перетормозил опять.
босс уезжает, блин. Уважаемые пассажиры, пассажирский поезд номер 392 сообщения. Ростов, Баку, прибыл на второй путь по второй посадке. Так, ребят, закатились мы в Тихорецкую. На 2 минуты раньше. Пойду еще чай наведу. Слева без замечаний, слава остановки нет. Справа без замечаний, посадка окончена, сигналов нет. ЧМ2Г зеленый, время стоянки согласно графику и стеклу, можно отправляться. Зеленый, отправляемся. На перроне будьте внимательны и осторожны. Пассажирский поезд номер 392 сообщение. Ростов, Баку, отправляйтесь со второго пути. Пассажирский поезд номер 392 сообщение. Ростов, Баку, отправляется со второго пути. С
Спасибо за внимание. Впереди путепровод. Внимание! Впереди переезд. Сигнал. Впереди путепровод. Проследовали 60, едем 100. Платформа. Заберите
Кавказская дистанция пути. Стоп, проследователи, едем 120. Впереди платформа. Впереди станция. Шохры 70 на вход, 120 на выход. 70, выход 120.
Впереди мост. Проследовали ограничение не более 120. Впереди платформа. Впереди платформа. Впереди платформа. Впереди платформа. Впереди АТСМ.
Малороссийская под 80. Она входит в нейтральная ставка. Понятно, 80, нейтральная. Впереди нейтральная ставка. Проехали 80, едем 120.
Впереди платформа. Впереди платформа. Впереди АТСМ. Thank you.
Мирская, сто, они нейтральные. Впереди, точнее на входе. Мирская, сто. Нейтральная, понял тебя. Впереди нейтральная вставка. Внимание! Впереди переезд. Проследовали ограничение 120. 1575-й, пикет 2-й, более 80. Тормозу.
Впереди платформа. Впереди платформа. Впереди платформа. Впереди платформа. Впереди путепровод. 1583, нейтральная вставка, а за ней там 60. Да, исполнить там на каком километре, да. Макс, на седьмом пикете 1583 километра, это входной кавказский. Слушаю, машинист 392-го. Маршрут приема готов, слава не получу, входной чай открыт. Маршрут на ЧМ-2 закрыт.
Понятно, на третьей с остановкой. Входной ЧАЭ открыт, маршрут на ЧМ-2 закрыт. Верно, выполняющий дежурный провод. Выполняю, машинист 392-го Коновалов. Впереди станция. Внимание, впереди желтый. Впереди нейтральная вставка. Впереди путепровод. Два желтых верхне мигающих одной. Вижу два желтых верхне мигающий. Внимание, белый. Локомотивный белый. Белый.
поздно, или он сейчас собьет. Если бы я съехал на этот путь, он бы не успел меня сбить. Блин, это в людей пробовало. Локомотивный КЖ на выход красный. Лучше 420 за 100, не более 5. КЖ красный 420, 105. Внимание! Впереди красный. Тягу. Станок, приехали. Ну все. Ну, такая долгая поездка у нас получилась. Ой. Спасибо за просмотр, кто досмотрел до конца. Четырехчасовую, блин, поездку. Ой. Всем удачи, всем пока.